Меня зовут Руслан Юнусов. Я генеральный директор Российского квантового центра. На мой взгляд, Российский квантовый центр – одна из самых необычных научных организаций России. И, конечно же, это подразумевает, что в нашей команде собрались уникальные, самые необычные ученые. Понять квантовый мир сложно. Мы живем в той вселенной, где этот исход случился, а есть какая-то другая вселенная, параллельная, в которой случился другой исход. Для этого нужны особые лаборатории. Кафельный пол, на котором мы с вами стоим, он проводит электричество. И особенные люди. Был конкурс объявлен, около 70 человек на место. Я этот конкурс выиграл. И еще нужно, чтобы ученые могли заниматься своим делом. Чтобы не только была утечка мозгов от нас к ним, да, а чтобы и к нам приезжали. Руслан, еще со времен школьной физики я помню, что существует мир элементарных частиц, который подчиняется законам квантовой физики, и мир макрообъектов, в котором мы все живем, который подчиняется законам классической и ньютоновской механики. Но чтобы понять вот этот микромир элементарных частиц, нужно обладать действительно незаурядными способностями. Вот удалось в Российском квантовом центре собрать такую команду незаурядных людей? Я считаю, что нам действительно удалось построить уникальный центр для того, чтобы решать эти самые уникальные задачи. Действительно, квантовый мир так устроен, что понять некоторые процессы не можем не только мы, но и никто в мире. Но квантовая физика позволяет предсказать результаты экспериментов, провести правильным образом эксперимент. И для этого, конечно же, нужны самые выдающиеся физики, чтобы мы были на переднем крае науки. И вот одним из таких отцов-основателей, кто стоял у истоков квантового центра, является Саша Львовский. Он, на мой взгляд, является тем самым сумасшедшим ученым, в хорошем смысле этого слова, на которого можно равняться. И его результаты в Москве, в новой построенной лаборатории, они превзошли все наши ожидания. Российский квантовый центр возник как идея некой научной организации со структурой, как управленческой, так и организационной, соответствующей международной. Чтобы не только была утечка мозгов от нас к ним, да, а чтобы и к нам приезжали. Александра Львовского называют одним из отцов-основателей Российского квантового центра. Профессор университета в канадском Калгари, он один из самых авторитетных ученых в области квантовой физики. Какова ваша история взаимоотношений с РКЦ? Почему именно сюда? И, собственно, как развивается ваша карьера в России? Изначально идея исходила от трех людей. Михаила Лукина и Евгения Демлера, профессоров Гарварда, которые учились на физтехе, на год старше меня. И их однокурсник Сергей Белоусов, который сейчас крупный капиталист. Вот они втроем, значит, подали идею организовать вот этот квантовый центр в Сколково. Ну и поскольку Лукин знал, что меня эта, так сказать, идея возрождения науки в России интересует, он мне предложил участвовать в организационной деятельности. И с 13-го года, с начала 13-го года я взял академический отпуск в своем университете, провел полгода здесь. И мы построили нашу лабораторную установку, собрали группу, начали эксперименты. То есть эксперименты у нас начались с середины 2013 года. С тех пор Львовский проводит в России значительную часть своего времени. Входит в научный совет РКЦ и руководит собственной научной группой. То, что Александр решился на организацию Российского квантового центра, то, что он стал здесь во главе лаборатории, это, конечно, ну, я считаю, небольшой подвиг. И это потребовало больших усилий. И до сих пор требует от него больших усилий. И он с этим справляется. Ему удалось привлечь, в общем, со всего мира
ученых, в основном русского происхождения, но мы надеемся, что это будет не всегда так. Но сейчас это ученые русского происхождения со всего мира, ученые мирового уровня, которые приехали сюда и стали заниматься здесь научной работой. В результате в Москве возник научный институт совершенно нового типа. Он организован с учетом самого передового международного опыта и поэтому оказался готов к решению самых актуальных научных задач. Как и сверхпроводящие системы, так и квантовая оптика, то, чем я занимаюсь, холодные атомы, фотоника, плазмоника, волоконная оптика, очень много всего. Всего 10 научных групп, причем часть из них теоретики, часть из них экспериментаторы. Группа, которой в Российском квантовом центре руководит Львовский, называется «Квантовая оптика». Это значит, что он и его сотрудники исследуют явления, в которых проявляются квантовые свойства света. Александр, а как вы набираете сотрудников в лаборатории? Важны именно научные достижения или человеческие качества тоже? Знаете, есть замечательный анекдот на эту тему. У футбольного тренера спрашивают, а вот каким должен быть хороший футболист? Ну и тренер начинает говорить, вот он должен, значит, работать изо всех сил, вот, и быть замечательным командным игроком, в то же время думать, все время там, значит, думать сам и думать за всю команду. И, значит, говорит, в конце концов, журналист говорит, а таких людей же вообще не бывает. А тренер говорит, таких людей вообще-то до черта. Проблема в том, что они не умеют играть в футбол. Вот на самом деле, это я вот, когда набираю людей, когда думаю о хороших, думаю, как мне найти хороших студентов, хороших постдоков, это все время приходит на ум. Да, то есть в зависимости от магнитного поля, да, вот этот вот маленький переходик, он немножко разный. Вот эта щель, да, она, по-моему, постоянная. А вот эти две щели все время меняются в зависимости от поля. Причем эти две щели немножко отличаются друг от друга. Так проходит у Львовского журнальный клуб. Регулярное обсуждение самых последних статей в ведущих научных журналах. Его спокойная и уверенная манера общения заставляет собеседников к нему прислушиваться. И такой убедительностью Александр Львовский отличался с самого раннего возраста. Отличался ли он чем-то от сверстников? Да, отличался тем, что он был очень основательным, он был очень спокойным, он был очень глубоким. И что мне еще нравилось, он все время со мной спорил. Причем он спорил как? Вот у него было какое-то мнение, которое он всегда подкреплял определенными, так сказать, фактами, деталями. И я не помню сейчас в деталях, о чем мы с ним спорили по мифологии Древней Греции, но он убедил меня в своей правоте. И вот мне очень нравилась сама манера изложения. Спокойно, рассудительно. Вот эти вот большие глаза, эти ресницы такие коричневые глаза. Министр просвещения России Ольга Васильева когда-то преподавала Александру Львовскому историю. Сегодня ее бывший ученик пытается решить научную задачу, которая ставит под сомнение все привычные нам представления об окружающем мире. Чтобы понять, где граница между классическим и квантовым миром, мы пытаемся создавать все более сложные и сложные квантовые состояния и проверять, что они сохранили свою квантовую сущность, несмотря на свой макроскопический размер. То есть идете от одного кванта последовательно к увеличению количества? Ну, конечно, мы не по одному кванту ведем, но да, мы пытаемся увеличивать размер нашего состояния и смотреть, ну, вот на каком этапе состояние потеряет свою квантовую сущность. Это означает, что группа Львовского в Российском квантовом центре пытается понять, где проходит граница между окружающим нас макромиром и квантовым миром, живущим по совсем другим законам. И эта задача только на первый взгляд кажется далекой от реальности. Сейчас квантовые системы все чаще исследуются в контексте технологий, в контексте возможности их использования для передачи и обработки квантовой информации, потому что в некоторых задачах они дают нам те возможности, которые мы не можем получить при помощи классических систем. В частности, проводимый на данный момент эксперимент, он как интересен просто потому, что это некоторая неизведанная область физики, и, конечно, он в этом смысле привлекателен. С другой стороны, он также может позволить ответить на вопрос, например, насколько большими мы можем сделать квантовые системы, сохраняя их квантовые свойства и, собственно, сохраняя то, что в итоге дает нам ускорение при решении ряда, например, задач информационных технологий. Ну и какой результат эксперимента получили? Результат такой, что
данная система сохраняет свои квантовые свойства, несмотря на макроскопичность. То есть в данном случае, в случае этой конкретной установки, квантовая механика распространяется и на макроскопический мир. Это результат только одного, хоть и многократно повторенного эксперимента. Требуется еще очень много работы, чтобы этот вывод стал окончательным. Но если это произойдет, получат подтверждение самые фантастические предположения. Любая случайность, которую, так сказать, которая с нами случилась когда-то, она на самом деле часть состояния суперпозиции и какой-то исход, который мы видели. Вот мы живем в той вселенной, где этот исход случился, а есть какая-то другая вселенная, параллельная, в которой случился другой исход. Одним из направлений работы Российского квантового центра является создание квантового компьютера. И я знаю, что существует много путей его создания. Даже в рамках одного Российского квантового центра есть ряд различных подходов. Вот есть специалисты, которые максимально близко уже подошли к решению этой проблемы, и можно надеяться, что квантовый компьютер будет создан. Действительно хороший вопрос, из чего будет состоять квантовый компьютер. И сегодня есть несколько направлений, но среди них в мире лидирующим является направление по строительству квантового компьютера на сверхпроводящих цепях. И таким направлением у нас занимается Алексей Устинов. Алексей Устинов – уважаемый ученый не только в России, он один из самых уважаемых ученых в данной области и в Германии. И работая с Алексеем Устиновым, мы построили лабораторию, мы построили первый в России кубит вместе с другими институтами и университетами в России. И сейчас ведется работа в коллаборации на то, чтобы построить квантовый компьютер из двух кубит и двигаться дальше. Мы делаем реальные опыты, эксперименты с устройствами, изготовленными из сверхпроводников. Вот здесь имеется как бы, ну, типичный объект того, что мы используем в лаборатории. Это медная шайба, на которую нанесены специальный слой диэлектрика. На нем имеется еще одна тонкая медная пластинка определенного рисунка и изготовленные контакты, при помощи которых мы можем подсоединять высокочастотные кабели к этому устройству. В устройстве, о котором говорит Алексей Устинов, находится кубит – наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере. Оказалось, что способность некоторых материалов полностью терять электрическое сопротивление при низких температурах позволяет создавать конструкции, обладающие квантовыми свойствами. Именно в лаборатории Устинова впервые в России кубит был измерен, то есть было определено его состояние. Это отдельное большое занятие. Сначала его разработать, потом его изготовить высококачественно, дальше приделать ему контакт, и после этого начинается эксперимент. Собственно, после этого мы переходим уже в лабораторию, где мы это устройство охлаждаем и измеряем его свойства. Алексей, существует достаточно большое количество традиционных, очень мощных компьютеров, выполняющих сложнейшие операции. Вот какое принципиальное отличие именно квантовых компьютеров? Что они могут привнести в нашу жизнь? Квантовые компьютеры не заменят обычные компьютеры, к которым мы привыкли. Они предназначены для тех задач, которые обычные компьютеры не в состоянии решить. Ну, скажем, задач, которые требуют обработки колоссального объема информации или колоссальной памяти. А связано с тем, что квантовый компьютер устроен, он работает по другим принципам. Скажем, если мы хотим увеличить в два раза мощность компьютера, мы должны в два раза увеличить, ну, грубо говоря, размер чипов, то есть, ну, количество транзисторов. Там было миллион, нужно сделать 2 миллиона или миллиарда, если был миллиард. А квантовый компьютер удваивает свою мощность, если к нему добавить один единственный транзистор. То есть увеличение компьютера с 48 до 50 кубитов, квантовых битов, увеличивает мощность в два раза. То есть принципиальное отличие, потому что на самом деле мы, начиная с 50 кубитов, начинаем уже заниматься задачами, которые принципиально неподъемны для обычных компьютеров. Биография Алексея Устинова похожа на биографии многих российских ученых, которые начинали свой путь в науке в 80-х или 90-х годах. После окончания МФТИ, защиты сначала кандидатской, а затем и докторской диссертации, Устинов уехал работать в Германию. И вот уже более 10 лет он профессор технологического института в Карлсруэ. Алексей, а почему именно Карлсруэ? Как вот так получилось, что вы оказались здесь, в этом немецком городке? Конечно, ученому хочется как-то двигаться вперед, то есть какие-то новые идеи возникают.
И когда появляется возможность перестроить лабораторию или построить совсем новую под новые интересные задачи, такую возможность жалко упускать. Вот. И здесь открылась позиция профессора, был конкурс объявлен, около 70 человек на место. Я этот конкурс выиграл. Карлсруэ по немецким меркам город молодой. Основан в 18 веке и строился по единому плану. В центре летний дворец Курфюрста, и главные улицы расходятся от него как лучи. В самом названии города, Аруэ, по-немецки это тишина или покой, скрывается его характер. Все здесь происходит неторопливо. Этот город стал идеальным местом для открытия университета. Ничто здесь не должно отвлекать студентов от учебы. Это технический вуз, который основан был больше 250 лет назад. Это технический университет Карлсруэ был основой. Вот. И в 2009 году этот университет был объединен с исследовательским центром. В прошлом это был ядерный исследовательский центр немецкого научного общества Гельмгольца. А сейчас это, в общем-то, общество занимается самыми широкими задачами и физики, и биологии, то есть не привязано никак к ядерной проблеме. И после объединения здесь получился вуз с большим исследовательским потенциалом, который, насколько я знаю, по своему бюджету крупнейший в Европе. Технологический институт Карлсруэ – старейший технический вуз Германии и четвертый по возрасту в Европе после Пражского, Парижского и Венского технических университетов. Здесь Генрих Герц открыл электромагнитные волны. В одном из этих старинных зданий учился создатель первого автомобиля Карл Бенц. Приглашая Алексея Устинова, в институте рассчитывали, что его опыт позволит сразу же начать работу в новом научном направлении. Учитывается конкуренция между научными коллективами. Мы не можем себе позволить, скажем, чтобы лаборатория строилась и не производила научной продукции даже на самые начальные этапы, на самом начальном этапе своего как бы, развития. То есть мы должны иметь задачи, которые будут более простые, но которые позволят нам получить интересные результаты, которые, соответственно, могут после этого привлечь дополнительные проекты в группу. Алексей, он альпинист. Мы с ним пару раз ходили в горы, и в горах очень важно не переоценить свои собственные возможности, но и, конечно же, не недооценить их. И такой же принцип и физики. И именно это качество есть у Алексея, и он точно знает, какой проект важен и реалистичен. И таким образом, я думаю, он добивается своих успехов и, конечно же, добивается успехов наших. Когда создается лаборатория, она создается под некий круг задач, который потом может меняться. Но понятно, что нам для нашей работы необходимы такие функции, как, например, иметь проводящий пол. Скажем, кафельный пол, на котором мы с вами стоим, он проводит электричество, потому что под плитками имеется медная фольга, которая необходима для того, чтобы у нас не возникали проблемы статического электричества и повреждения изучаемых нами устройств. Затем нам необходим жидкий гелий для достижения низких температур. И для этого у нас имеется целая сеть в этом здании труб, трубопроводов, которые собирают испаряющийся из жидкой фазы газообразный гелий. Жидкий гелий – еще одна причина, по которой Устинов выбрал в свое время институт Карлсруэ. Все эксперименты, которые ведутся в его лаборатории, требуют температур, близких к абсолютному нулю. А это около минус 273 градусов по Цельсию. Достигается такая температура с помощью жидкого гелия. А здесь в институте есть собственная станция, которая обеспечивает им ученых. Алексей, вы были первым российским ученым-физиком, который получил степень профессора в Германии. Я думаю, для многих это было бы венцом карьеры, но вы не остановились и приняли предложение от сразу двух российских научных центров, Российского квантового центра и МИСИС, и возглавили, построили с нуля две лаборатории. Вот чем было обосновано такое решение? В Германии действительно я оказался в возрасте 35 лет, довольно молодым профессором, и в то время казалось невозможным, и считалось, что как бы по законам Германии невозможно представить себе иностранца в роли государственного служащего, которым является немецкий профессор. Но закон изменился в 94 году, и как-то получилось, что я действительно оказался одним из первых. Но в какой-то момент мне показалось, что на самом деле
Я учился в России на физтехе. Мне хотелось что-то делать большего для России. А что-то получается лучше, что-то хуже. То есть я могу как бы даже ставить какие-то эксперименты, которые в Германии я не могу поставить, но в силу каких-то причин, которые связаны с оснащением лаборатории. Я могу сказать, что моя лаборатория в МИСИС оснащена ничуть не хуже, чем лаборатория в Германии, а в чем-то даже и лучше. Эта лаборатория была создана в 2011 году по программе правительства Российской Федерации «Мегагрантов». Фактически мы создали такую небольшую зону, где можем заниматься своей интересной экспериментальной наукой. Вы здесь видите установку, которая представляет собой криостат. Это холодильник, позволяющий получать температуры вблизи абсолютного нуля. Внутри этого цилиндра находится охлажденный до примерно 1 градуса Кельвина, минус 272 градуса примерно, находится образец. Дальше трубы, которые вы видите, они спускаются вниз к насосам, и провода, присоединенные к этой установке, позволяют нам измерять характеристики образцов. Лабораторию в МИСИС оснастили самым современным оборудованием. Здесь даже есть чистая комната, где с помощью фотолитографии можно делать образцы для исследования. Но любая техника ничего не стоит без людей, которые хотят и умеют добиваться результатов. Перед Устиновым стояла задача таких людей найти и собрать. Можно сказать, что он с этой задачей справился. Алексей ничего не боялся. То есть, как только он вышел в самостоятельное плавание, он в самую гучу событий. Значит, если народ занялся квантовым компьютером, то его место там, и он там. Человек уже известный, человек не боится отправиться в самую гущу научных интересов, не боясь, что в этой конкуренции он не выдержит. Вот это во всем, я думаю. Там, если яхта, то через океан. Там, если лыжи, то самый крутой и необработанный склон. А, там цепь у нас на конце была, 5 метров цепи. Ну, там болтало, видно, что хорошо. Это редкий случай, когда Алексей Устинов и его коллеги, профессор МИСИС Александр Карпов и профессор МФТИ Валерий Рязанов, обсуждают не проблемы физики сверхпроводящих материалов, а совсем другую тему. На экране перед ними кадры их совместного путешествия на яхте через Атлантический океан. Я увлекся яхтенным спортом, и даже не спортом, а вообще говоря, яхтенными путешествиями. Довольно давно, около 20 лет назад, начал ходить с друзьями. Вот, и была мечта сходить через Большой океан. Мы сходили через Атлантику несколько лет назад, провели какое-то время на Карибских островах и вернулись через Бермудские и Азорские острова в Европу. Это было довольно авантюрное дело, но тем не менее мы к нему готовились, и все прошло хорошо. И мы во многом друг друга узнали поглубже. В этом опасном путешествии Устинов, как самый опытный мореплаватель, взял на себя обязанности капитана. Капитан, конечно, должен руководить, но самое главное свойство человека, который руководит, состоит в том, чтобы все само происходило. Поэтому надо объяснить людям, что делать, а дальше они сделают все очень хорошо. Эксперименты с кубитами, сделанными на основе сверхпроводимости, отличаются особой тщательностью. Сигнал, который можно зафиксировать в тонком кольце на полупроводниковой подложке, очень слабый и требует многократного усиления. Сам эксперимент состоит в том, что мы посылаем сигналы от приборов при комнатной температуре, от источников микроволнового излучения, источников импульсов, посылаем по этим кабелям к образцу. И, соответственно, сигналы, проходящие через образец, очень слабые, они усиливаются при помощи охлаждаемых здесь усилителей, тоже криогенных усилителей, и затем усиливаются дальше при более высокой температуре и анализируются оборудованием, находящимся в этих стойках. Саму установку можно купить, как говорится, в магазине. Есть несколько производителей в мире, которые делают такие криостаты. А вот то, что касается самой начинки, это, конечно, наше ноу-хау, которое мы разрабатываем в лаборатории, которое используем, постоянно его совершенствуя и усложняя. Естественно, делаем более сложные эксперименты, когда увеличивается количество кубитов. Я думаю, что, конечно, в ближайшие годы мы увидим какую-то такую фазу, ну, примерно, наверное, можно сравнивать с полупроводниковой технологией 60-х годов, когда появились первые микросхемы, которые делали что-то полезное, и их можно будет для чего-то использовать. Это не значит, что квантовые устройства заменят целиком наши гаджеты, лежащие в кармане. Они просто откроют нам область
применений, пока еще неизвестны нам, и которая позволит делать вещи совершенно для нас сейчас даже немыслимые. Руслан, от российского квантового центра, безусловно, ждут каких-то прорывных технологий. Вот о чем, о каких разработках можно говорить уже сегодня, а что нас ожидает в самом ближайшем будущем? Если мы говорим про квантовые технологии вообще, то квантовый компьютер, мы ожидаем, что он станет полезным через 5 или 10 лет. Но гораздо раньше мы можем увидеть другие квантовые технологии уже на рынке. И вот такой пример — это квантовые коммуникации. Вместе с нашим партнером «Газпромбанком» мы построили такой проект в России. И сейчас уже есть устройства, которые позволяют построить абсолютно защищенные линии связи, которые никаким образом взломать нельзя. Это технологии сегодняшнего дня и ближайших лет. Кроме того, есть еще третья область — квантовые сенсоры. И эти сенсоры существуют уже сегодня, но пока рынок очень небольшой. Постепенно, по мере развития квантовых сенсоров, мы их увидим в том, что мы называем вместе с вами интернет вещей. И четвертая — промышленная революция. Это необходимая часть этого большого и большого развивающегося рынка. Но, конечно же, процесс будет непрерывным. По идее, всегда должны быть фундаментальные идеи, которые переходят в прикладные проекты, но при этом должны рождаться новые фундаментальные идеи, и поэтому эта часть квантового центра должна все время существовать и генерировать вот те самые идеи. И я вижу свою миссию и миссию нашего центра в том, чтобы стоять на двух ногах очень твердо. На ногах фундаментальных исследований и прикладных приложений.